3.44. Как же Смольский тут всем остальным гитаристам лещей раздает? Да, это тема про раздачу лещей. Сейчас, секунду. 3.44. Все подрисовали. Да. Ну, на самом деле, опять же, по мне, как бы самый главный Dream Team был, самый лучший, это, конечно, если в Кипелове был бы Маврин Терентьев. Все. Вот это был бы тот проект просто до усрачки крутейший. Были бы прям отличные песни. То есть оно же так и начиналось, самое обидное. Все. И вышел та Вавилон, я помню, что я дико порадовался. То есть реально Вавилон крутой трек. Там и, ну, и Соляк, и Рефет, все что угодно, все круто. И потом просто взяло, тут развалилось, и пришли какие-то непонятные персонажи. Датов много или очень много? Нет, 3 или 4.